анекдот? Нет. Курочка или утка? Рассказывай уже. Встречаются два грузина. Так. У одного огромная книга. Подмышки. Ему первый грузин говорит: Боги, а что у тебя подмышки? Он говорит: это у меня книга называется «Логика». Он говорит: а что такое логика? Он говорит: я тебя сейчас объясню. Вот давай так, у тебя есть удочка? Тут говорит: есть. Во! Если у тебя есть удочка, значит, ты любишь ловить рыбу. Это логика. Если любишь ловить рыбу, значит, ты что любишь? Природу. Это логика. Любишь природу, значит, любишь все красивое. Логика. Любишь все красивое, значит, ты любишь женщину. Логика. А если ты любишь женщину, значит, ты не пидорас. Подходите. Это пропущено. Проходит, я пропущен. Проходит третий, подходит третий. Говорю: послушай, о чем ты сейчас с Гоги говоришь? Гоги книга, называется «Логика». Что это? Он говорит: объясняю, как мне Гоги объяснить? Вот у тебя есть удочка. Он говорит: нет, значит, ты пидорас.